Здесь наемники организовали центр коммуникации. Уничтожь спутниковую тарелку, и они лишатся связи. Поднимется суматоха. Во время всей этой неразберихи ты сумеешь скрыться, и затем мы займемся поисками ВЭЛ. Да не люзгайся! Охотился на акулу? Есть ее собираешься? Не, я хочу вынуть у нее челюсть и повесить на стену. Будет круто. Лучше ты поймал что-нибудь съедобное. Я не буду есть этих чертовых акул. А что плохого в акулах? А как ты думаешь, что едят местные акулы? Поразмысли, куда деваются отходы неудачных экспериментов Кригера? Черт, нельзя же так. Еще один совет, Джек. Не ходи тропами. Скорее всего, наткнешься на противника. Пробирайся
через джунгли, и твои шансы на успех возрастут. Ну да, все только о нем и говорят, но сам я его еще не видел. Сукин! Работа появилась, а то уже всю задницу отсидел. Чего скулишь? Работа лучше не придумаешь. Ничего не делай, знай, валяйся целыми... Ты ничего там не видишь? Взять этого ублюдка! Мужчина! Эй, кто там шляется? Thank you.
хочешь еще, да? Горяченького захотелось. У нас небольшая проблема, Джек. Похоже, они заблокировали дверь в центр связи. Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Подожди, говорит. Ага. Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным, они появятся с севера. Это просто замечательно. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Взрывчатка, точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Отсмотрись, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее.